автобус 106 от метро Марксистской до Новохохловской улицы. Не снимал 106 еще. Так, сюда. Соединительный социальный карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Вот тот самый Т-26К. Теперь, кстати, когда-то на нем троллейбус редкий поймал. КСН-7841. Помнится, было такое. Примерно в то же время-то я его поймал. Удивительный автобус, на самом деле. Что? Почему бы нет? Детский театр «Парк Таганский». Следующая остановка. Хорошие, кстати, четкие объявления. Большая улица, Покровский женский монастырь. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. С 13 ноября в городском транспорте временно не действуют социальные карты студентов московских вузов и колледжей, переведенных на дистанционное обучение. Приостановлен льготный проезд по социальным картам москвича и жителей Московской области для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также для школьников с 6 по 11 класс. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома. Андроневская улица, Покровский женский монастырь. Следующая остановка – Абельмановская застава.
Абельмановская застава. Следующая остановка – Володья улица. Володья улица. Следующая остановка – Институт радиосвязи. Институт радиосвязи. Следующая остановка – Современный университет. Дорогие москвичи, из-за тесного контакта с другими пассажирами и длительного нахождения в транспорте существует высокий риск заражения коронавирусом. В Москве наблюдается рост заболеваемости и госпитализации. Управление Роспотребнадзором раскрепилось. Носите маски и перчатки. Соблюдайте дистанцию и пользуйтесь санитайзером. Берегите себя и окружающих пассажиров. Мощный такой автобус. Наш атмосфера. Современный университет. Следующая остановка – МЦД «Ледники». Пересадка на второй диаметр. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогайте их. Сообщайте водителю. Видели бы, как сейчас бы автобус-то проехался по лыжи. Аж вот по половину воды сейчас брызгало.
МЦД Калитники. Пересадка на второй диаметр. Следующая остановка – библиотека. Пожалуйста, приходите приложить свой билет, извинительную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятного поездки. Что-то туда далеко как-то не хочется долго идти. Так что, наверное, на следующее, а там уже пересяду и доеду. Рабочий. Библиотека. Следующая остановка – Новопокловская улица, дом 3. Вот до Новопокловской улицы, дом 3 хотел проехать, но я думаю, теперь уже не надо. Тем более, что там неудобно выходить на самом деле, поэтому я вышел тут.